Муса Мота, 23-летний артист театра танца в Йоханнесбурге, готовится к выступлению. Костыль на заднем плане – не реквизит. С помощью него Муса ходит и танцует. В детстве он мечтал стать футболистом и даже подавал надежды. Но в 11 лет из-за рака мальчику по колено ампутировали левую ногу. Эту особенность Муса превратил в изюминку своей танцевальной партии. Костыль не стал бременем, а превратился в элемент танца. Я влюблен в музыку. Поначалу я был диджеем, потом это переросло в танцы. Друзья учили меня танцевать во время вечеринок, а потом я взялся за это серьезно. Спектакль о жизни в одной из деревень ЮАР во время перехода страны от апартеида к демократии. Муса выступает на равных с остальными артистами, хотя присоединился к труппе всего год назад. У него одна из главных ролей, хореография учитывает его особенности. Если обычные танцоры могут выполнить какое-то движение за 2 секунды, у меня это займет 10 секунд. Разница только в этом. В остальном я идеален. Зрители замечают особенность Мусы далеко не сразу. Не сразу замечаешь, что он на костылях. Когда я наконец заметила их, вырвалось «не может быть». Так что его танец не про костыли, он потрясающий танцор. Удивительно видеть что-то подобное. На самом деле я была в шоке. Такого нигде не увидишь. Просто вау, какой он удивительный. Такой активный, он потрясающий. Муса также выступает с речами, вдохновляя людей с ограниченными возможностями получать новые навыки, невзирая на социальные предрассудки. Скоро юноша поедет в Нью-Йорк, где продолжит танцевальную карьеру.